Да! Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Продолжаем играть во второй Shadow Fight. Я вам должен отметить, что я за последнее время, пока не записывал, я в свободное, скажем так, время от всех игр, я чуть-чуть прокачивался так, знаете, бывало, заходишь на полчаса в день поиграть в выживание, просто по приколу, мне реально нравится, да, и зарабатываешь какие-то денежки, вкидываешь их в какой-то шмот. Я обновил себе немножечко броню, там немножечко оружие, шлем. И сейчас мы снова будем пытаться, в общем-то, со мной таким прокачанным, проапгрейдженным, обновленным бить вот эту мразь когтистую. Рысь принимает вызов. Давай же, рысь, скажем тебе дружно, брысь. Иди отсюда, что называется, в рот ебись, да. Короче, поехали. Давай, сейчас рысь и тень. Тень и рысь, да. Тень и рысь. Иди-ка, рысь, с поверженными моими врагами пососись, да, потому что ты следующий. Потому что ты следующий, когтистая твоя рожа. Раунд первый, поехали. Так, какие, значит, косяки в моей тактике, в моей суперигре? Так, первый удар, хорошо, первый удар за мной. Второй удар тоже за мной, представляете себе? Все удары за мной. Собака такая. Да, ты охерел, что ли, гандон? На, по голове. Вот так, вот так. И теперь понизу бьем эту мразь. По жопе, а? По жопе отхватил? Отхватил по жопе, собака? Собака отхватила по жопе или нет, я спрашиваю? Слушайте, ну смотрите, хорошо выходит, в принципе. Так, в принципе, когда ты более-менее прокачался... Да на тебе... Ух ты, сволочь такая. Хо, хо! Все, до свидания. Первый раунд, ребята, победа одержана. Рысь, что называется, немножечко у нас... немножечко у нас подустало. Что это такое? Подустало немножко на... Да ты попасть можешь по нему или нет? Ты что, кривой какой-то? Я не понял. Я... А! Прыгать надо было. Прыгать надо было. Ой, блин, начинается сейчас. Вот сейчас вот опять вот... О, все, у меня уже жопа там бомбит вовсю, да? Бомбит пуканчик уже. О, все. О, успокоился. Да понизу бей! Почему он понизу? Я нажимаю уже вниз. Я же нажимаю тебе вниз. Идиот тупой. На, по голове ему, по голове ему. Нахерач ему по башке этому. Ой, началось опять. Ух, 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 ух. Ой, я его вижу, да. Ну как вижу, я его на самом деле как раз не вижу. В этом вся проблема, да. Но я догадываюсь, где он. Так, ой, хорошо, попадаем, нормально так. Нормально так попадает. Иди ты в жопу. И в жопу, собака. А! Так, подождите. Там мне что-то писали, что у него он как-то меня бьет. И какие-то удары там накапливаются. Успел. По башке. По жопе. По жопе бей. Да, да. Второй раунд подряд. Ой, слушайте, мы сейчас рысь можем. Мы сейчас рысь можем реально хорошенько сказать брысь этой поганой сволочь по имени рысь, да? А может и не сможем. Так, ну я попытаюсь. Да блин, сволочь. Вот, видите, бомба заполняется. Там бомба заполняется. Сейчас была иконка такая, что бомба заполняется. Как, что с этим делать, я не очень понимаю. Так, давай по яйцам ему. По яйцам нашему товарищу по имени рысь. Ой, блин, сволочь, а, мерзкая тварь. Мерзкая мразотная скотина, а. Так, ага. Ха! О, попал. Надо же, еще попал. Просто наугад. И херачу это говно. И что он делает? Не-не-не, сейчас бомбанет. Бомбануло, все. Все, мы проиграли. Блин, два раунда подряд выиграть и потом просрать. Нет, так не пойдет, давай. Давай, мы сможем, тень. Тенюшка, родимый мой. Мой хороший, любимый мой родной, давай. Ты сможешь, бей эту собаку. Бей прям по яйцам, не жалей. Бей по яйцам, не жалей, как говорится. И не по яйцам тоже не жалей. Вообще не жалей. Вообще не жалей эту мразь. Нехер. Нехер ему. Он и так порезвился в прошлой серии. Над нами! Нет. Вот. Тихо, 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 тихо. Успокайся. Успокаивайся! Балбесина! Угомонись! Ты что делаешь? Почему сразу столько много ударов противных? Много очень плохих противных ударов. Ну я тебя вниз же нажимаю бить. Я же нажимаю вниз тебе, идиот, убить, а? А ты что делаешь? Вот, вот. Вот тварь такая, давай. Врежь этому гандону уже. Ага, на еще. Так, а! 2-2, ребята, слушайте, походу. Блин, так хорошо начиналось, а? И мы опять приходим, понимаете, вот. Вот говну вот к этому вот приходим. Давай вот. Стой. Ага. Главное иногда блокировать. Не забывать. А я забываю. Ну что ж ты в самом деле? Молодец. Давай, понизу. Хоп, хоп. На, вот так. Ой, блин, начинается эта херня, блин.
Вот, вот как я... Как я должен понимать, где он там вообще? О, смотрите. Хо, хо. Да он с какой стороны вообще находится? А, вот с этой, понятно. Понятно, все, мы определились, с какой стороны находится эта пидорасина. Так. Стоп, 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 стоп. Стоп. Не-не-не, не, во, вот так. Ага, тихо. Нет, вот это плохо. О. Блин, сволочь, он меня мудохает, я ничего не могу поделать с этим. Но это нечестно, понимаете, что... Да! Да! Укрощение строптивого Шекспир по-новому, да. Это я, ребята, это я, Шекспир современности. Все, с первого раза мы его сдрючили. Ну, правда, это было на грани, это было на грани. Ой, боже, у меня аж горло, я аж так заорал, у меня аж горло болит. Окей, а почему всего 12? Почему всего 12 монет дали? Что за срань вообще? А что за этих уродов делать? Денег не дают за этих супербоссов или что? Так, ну окей, ладно. Я буду жаловаться, это нечестно. Выполнено. Не может быть. Весь орден во всем своем величии находится в твоих руках, а тебе нужна всего лишь печать. Будь по-твоему, забирай свою безделушку, убирайся, но помни, тебе это с рук не сойдет. Синяя печать. Таинственная синяя печать, полученная от рыси в жестоком бою. Одна из шести частей ключей там ворота ада какого-то. А вот и первая печать. Ты молодец, Тень. Нам осталось найти еще 5. Не будем медлить, пора отправляться в путь. Мой ученик пропал, я волнуюсь за него. Он ушел в соседний город в одну из новых школ боевых искусств, и с тех пор я ничего о нем не слышал. Я всегда мечтала о приключениях. Это так захватывающе. Чего же мы ждем скорее в путь? Отшельник. Телохранители. Невозможно. А, ну слава тебе, я уже подумал. Акт второй. Тайный путь. Нормально бы, слушайте. Это мы, получается, 1/5 игры прошли. Замечательно. Сенсей. Этот город славился школами боевых искусств, но сейчас он лежит в руинах. Что могло вызвать такие разрушения? Надо найти кого-то, кто объяснит нам, что здесь произошло. Может, тот юноша сможет нам помочь? Ты, поведай нам, что здесь происходит. Я уверен, что вы тоже участвуете в состязании, которое строил отшельник. Так вот, знаете, выиграть у вас не получится. Метательное оружие. О как, можно купить, да? Неплохо, ты получил новый уровень. Поехали. Так, новый уровень, сейчас надо прокачаться, сейчас надо новое оружие купить, да, вот это вот все как обычно. Изучить. Пробивающие шлемы. При нанесении удара в голову 15% шанс получить плюс 35 урона ко всем своим ударам в голову на 5 секунд. Яростно. 20% шанс получить плюс 10 урона после успешного удара. Ну, это чисто в голову, а это вообще, да? Ну, давай вот это, например. Так, изучено. Синяя печать. Полученная от рыси в жестоком бою. Тест на синяя печать. Одна из 6 частей ключа темных врат. Получаем награду за украшение строптива. У меня, кстати, 22 кристалла. Нормально. Тут у нас удары, тут у нас все такое. Да, поехали. Так, идем... Ну давай, что-то скачать надо. Давай попробуем. Тайный путь, акт 2. Все, я уже все скачал. А теперь можно купить больше монет за ту же цену. О, как замечательно. Так, подожди, а что это? Где? Вот, сюда мне давай. Что-то необходимо скачать, а где оружие? Это оружие, посмотрите. Вот, смотрите. Так, поехали, давайте смотреть все, что у нас есть. У меня 1000 там с чем-то монет. Так, подожди, это что? Горсть монет. За 20 грин можно купить 5000 монет, да? Ну, может быть, мы этим потом займемся. Так, окей, теперь давай. Так, вот это. Ага, шлем викинга. 20 кристаллов стоит. А есть шлем крови. Это уже 8 уровень, подождите. Шлем викинга. Шишак! Нормально. Ну, давай, наверное, купим шишак, я считаю. За 330 монет. Купить, конечно. Давай, покупаем шишак. Замечательно. Чё здесь? Это дорогая, наверное, херня сейчас какая-то будет. 7 уровень, что у нас тут есть на 7 уровень? Так, это чисто за такое. 506, ой, смотрите, а нормально, что-то... Кстати, недорого-то все. Да, довольно дешево все стоит, на самом деле. Теперь вот такие вот оружия, сейчас посмотрим. Полумесяцы, 7 уровень, 440 монет. Улучшение, нихера себе. Ну, понятно, нам надо полумесяцы покупать. И вот метательное оружие еще, да, вот что интересно. Метательные кинжалы, 8 уровень, 10, понятно. Они как бы есть, но их как бы нет, да? Победи отшельника, чтобы открыть магию. Ясно. Все, я все понял. Короче, мне надо накопить на полумесяцы. Пока что буду сражаться своими драными клинками, по-видимому, но на полумесяца надо накопить.
Так, ну, отшельник, телохранители его, вот, невозможно, понятное дело. Выживание, турнир, испытания. Чё, как вообще все странно? Давай дуэль, наверное. Победи двух телохранителей. Да иди ты нахрен, блин. Я уже думал. Так, сложно, испытание, чтобы открыть этот бой, пройди 6 стадий турнира, выживание. Минимум 200, максимум 3220. Давайте попробуем повыживать в новой, скажем так, версии второго вот этого акта выживания. Посмотрим, насколько оно все поменялось. Монеты тут зарабатывать, я не знаю, сложнее, не сложнее. Ну, минимум 200, да? Сейчас попробуем хотя бы 200. Так, ниндзя, первый ниндзя, давай. Так, ага, так, хорошо, нормальный удар наносим. Второй удар наносим. Вот сволочь, да? Они тут мечут это, говном этим своим сраным, мечут, пидорасы. Так, ну давай. Стоп, 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 я понял уже, молодой человек. Вы очень активно пытаетесь меня угандошить, я все понял. Да иди ты нахер, до свидания. Да, тяжело. Как вы можете наблюдать, меня тут же гандошат просто по полной программе. Пол здоровья, первый же этот самый. А я-то уже все выживание проходил вне записи. Я все 10 этапов выживания проходил, было дело. Тут мне это вообще, походу, не светит, да? Так, ну-ка. Ага. Да. Да не то, что ты. Не то вытворяешь. Все, вот так, отлично. И давай с ноги ему. А, не достал, ну немножко, ну. Слегка не достал прям. На. Да что ж ты за собака? Так, все, до свидания. Так, два этапа пройдены. Ну, это, конечно... Музыка, как в храме Сэмпа в Секиро. Я помню, да. Ой ты, блин. Ой, вот эти бабы, они противные, конечно. Я не знаю, почему, но с бабами тяжело вот мне всегда драться. Хер знает, как это связано. Так, сейчас. Надо почаще блокировать, понимаете? Я вот... А, это не заблокировано, да? Ясно. Сколько мы там денег заработали, а? Скажите мне сейчас. Две вот такие херни. 430 монет, да? Ну, кстати говоря, вы знаете, этого, по-моему, хватит. Мне же надо на что заработать? На полумесяца, правильно? На полумесяца надо заработать. Сейчас это сделаем, по идее. Где там мои полумесяца? Давайте. 440. Участие в рейдах может улучшить ваши боевые навыки. Окей, я понял. Купить, давай. 260 монет осталось. 217, точнее, осталось. 260 стоит... Улучшение. Ладно, чё, я сейчас, наверное, купил полумесяца. Я думаю, что, возможно, у меня там стало чуть-чуть полегче с этим самым. Ну, в плане турнира. То есть я могу сейчас турнир начинать, как бы. И, наверное, чуть-чуть полегче, так, немножко. Ну, слегка хотя бы, нет? Сейчас будем проверять, смотреть, я не уверен. Shadow Fight 2. И очень-очень, мать её, долгая загрузка. Просто жесть какая-то. Турнир, нормально. Ну, давай вот попробуем, раз нормально. Как раз там 830 монет сразу. Там еще и нормальная, в принципе, награда будет за все про все. Пророк! Ни хрена себе, напророчит сейчас, падла тут. Ща, и хочешь, я тебе напророчу? Ты скоро сдохнешь, пророк. Вот тебе мое пророчество, пророк. Пророк, понимаешь? Такой вот пророк тебе пророчество. Так, как этими полумесяцами вообще драться? Он скажет, нет? Ага, он, смотрите, он сражается вот той вот херней, которой я сражался до этого. Так. Так. Ага. Воу! Ну блин, ты серьезно не попал сейчас по нему? Давай по голове ему. Во, хорошо, хорошо. Стой! Стой! Вообще не... Вообще говно какое-то, а? Я не понимаю, не срабатывает ничего. Ничего не срабатывает. Что-то как-то сложнее игра стала, нет, вам не кажется? Мне кажется. Ну-ка, давай. Во! Вот! Вот это! Вот это правильно! Вот это! Ну ты тихо! Ну в конце-то концов, а? Не попал, да? По яйцам получил и не попал. Обидно. Обидно. Я надеялся, что все будет хорошо. Так, это кто кого? Это я его, да? Ага. Хоп! Да ну блин! Ага, отлично. На. Да. Ой, слушай, как он это красиво это сделал, а? Пидорасик. Падай. Хопа. Блин. С ноги. Ой, молодец. И еще вот. Все. Пророк. Пророк откинулся со своими сраными пророчествами. Блин, это нормально. Это должно быть несложно. Почему я страдаю, пророк, с тобой? Объясни мне. Где справедливость? Я... Нихера. На, по голове. Ой, блин, вот сейчас бы хорошее бы попадание могло бы быть, но... Но могло бы быть, но не стало, да? Да что ж я никогда не могу попасть... О! О! Вот! Вот это красиво сейчас. Вот это сейчас красиво. Да! А-а-а! Блин, падла такая. Главное, здоровье ни у кого толком вообще не отнимается. Что-то все такие, это самое... Выносливый, на. Блин, ну, понимаете, полумесяцы эти, конечно, это замечательно все, но они такие короткие. Просто как пиписьки младенцев какие-то в руках держат, нахрен. Как с ним говном вообще кому-то попасть? Йо!
Нате, с ноги. Еще тебе с ноги, говорю. Да получай, собака пророческая, а? Напророчу я тебе говна сейчас такого. Охереешь просто, пидорасик. Еще на. Ой. Ага. Тёк. Так его потоптал немножечко. Ну! Ой, смотрите, у него здоровья уже почти нет, кстати. Да ну тебя нахрен ты! Да! Фух! Опять в самом конце вырвал победу. У меня сегодня прям везет на такие моменты. Так, окей, чё? В магазин, не в магазин, или сейчас еще посмотрим. Может быть, сейчас еще один кандидат в турнире на выбывание, скажем так, после встречи с нами, будет на уровне где-то. Ну, сложно хотя бы. Давай сложно хотя бы. Ну, только не невозможно. Вот это невозможно, вот это мне не надо. Серьезно. Чё там дальше? Чё там дальше нас будет ждать? Одного хотя бы убили, уже радует. Ну, чё нас там дальше будет ждать? Сложно. Местный оружейник предлагает купить оружие по особой цене. По какой особой цене, подождите? Ты о чем речь? То есть это я какие-то не особые цены смотрел? Ох, ё. Да, мне вот это говорили купить, прям кровавый жнец, прям очень крутое оружие, но оно же за кристалл, у меня нет столько кристаллов, это донатите. Донатить, я не знаю, буду я, не буду донатить, может буду. Полмесяца, ну давай их улучшим, я не знаю, 2 минуты, да? Чё вообще можно еще улучшить? 820 монет у меня есть. Доспех. Подожди, семерка, да, давай улучшаем и доспех. Тень, весть о твоих подвигах быстро разлетается по миру. Люди благодарны за твои дела и сопротивление силам тьмы. Твои подвиги вдохновили кузнеца, теперь его мастерство в твоем распоряжении. Он изучил темную энергию и поможет улучшить. Зачаровать. Так. Возможные свойства. Перегрев, восстановление. Требования. Здесь ты можешь посмотреть, сколько теневой. А у меня ее аж 0. У меня аж сука 0, да? А, не, 75, смотри. Применить. Когда ты зачаровываешь предмет, его старые чары улетучиваются. Помни об этом. Ну, окей. Поглощение урона. Шанс поглотить весь урон, полученный от удара в тело. Этот шанс зависит от силы и свойств. Не понял, блин. Типа, меня бьют в тело, и я поглощаю весь урон еще... Не, я его поглощаю, то есть... Хер знает. Поздравляю, он зачарован. Ты можешь... Понятно. Так, все понятно, короче. Наверное, это как бы меня бьют... Наносится урон, но поглощают его не моя броня. А что его? А я его поглощаю? Не, мне еще больнее, что ли? Я хер знает. Что это все означает? Какая-то странная херота. Давай назад, короче. Назад, давай. Что это такое? Как это? Алло, а что? А как закрывается это все? Слышь? Все, игра закончилась, ребят. Походу. Походу игра закончилась. Ну, в принципе, ладно, слушайте. Рысь мы сегодня победили, броню зачаровали, одного мудака в турнире убили. Давайте продолжим уже в следующей серии в таком случае. Тем более времени у меня не так много, надо завязывать. Третье видео надо выпускать, это вот оно, собственно, побыстрее. Так что на этом пока все. Тем более игра зависла, какую-то хрень. Если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделиться, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка в описании. И все, сказали рысь и брысь, пророку напророчили, да, его смертушки, и можем заканчивать. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.